75 лет назад с конвейера сошла первая партия товаров швейной фирмы «Вестра». Фабрика была создана в 1944-м, сразу после освобождения города. С небольшого производства она превратилась в крупное промышленное предприятие. Сегодня здесь трудится более 700 человек. Об истории, буднях и праздновании юбилейной даты наш сюжет. Шум станков в этих цехах, кажется, не утихает ни на секунду. Когда-то здесь трудились две смены, выпускали более миллиона швейных изделий, одевали модниц от Бендер до Благовещенска. Сейчас на треть обороты снижены, но даже в самые трудные кризисные времена фабрика не останавливала работу. Это были годы становления, развития, годы поиска новых решений. Был период очень сложный, это экономические блокады. Но, тем не менее, предприятие выжило в сложнейших условиях. И мы сегодня рады тому, что такую прекрасную дату мы отмечаем всем трудовым коллективам. В 1944-м шинели и гимнастерки отправляли на фронт. Сегодня вспоминают, как Валентина Коломеец принесла на производство скамейку и швейную машинку «Зингер». Единственную на всех сотрудников. Шили на ней по очереди 30 энтузиасток. И сейчас некоторые из тех легендарных швей в числе почетных гостей праздника. Наверное, это очень здорово и заслуживает самых глубочайших, наверное, слов признательности и уважения. То, что предприятие, отмечая 75-летний юбилей, достаточно солидный юбилей, имеет возможность в своих рядах приветствовать ветеранов предприятия, тех, кто стоял у истоков его создания. Это очень дорогого стоит. Это говорит о том, что на предприятии был, есть и будет на первом месте человек. Нина Левицкая на фабрике проработала 44 года, 9 лет из которых уже в ранге пенсионерки. Сейчас на заслуженном отдыхе, но душой болеет за производство. Для меня фабрика – это второй мой дом. Я пришла сюда девчонкой, сиротой, без родителей. Получила все становление на фабрике. Фабрика с меня сделала человека. Пальто, платья, блузы, жакеты. Модную и качественную одежду «Вестры» знают не только в Приднестровье, но и далеко за пределами страны. На протяжении многих лет фабрика сотрудничает с партнерами из Канады, Италии, Германии, Англии и Румынии. Модели постоянно обновляются, но качество остается. Наверное, самая благополучная ситуация, что у вас есть партнеры, и несмотря на нашу непризнанность, несмотря ни на что, они доверяют вам. Работают с вами на протяжении многих лет. Этим не может похвастаться далеко не каждое предприятие в нашей республике. Вы являетесь флагманом нашей промышленности в Приднестровье. Сегодня в адрес тружеников аплодисменты, слова благодарности, цветы и заслуженные награды. Ордена «Трудовая слава» удостоена Надежда Бардук. Медалью «За отличие в труде» награждены Оксана Матроницкая и Елена Мусонова. Многочисленным сотрудникам предприятия вручены президентские грамоты и благодарственные письма, грамоты главы города. В честь тружеников-юбиляров песни и танцы. Свои лучшие номера подарили артисты танцевального альянса. Жанна Настас, Валерия Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.